всех наших дорогих женщин, в том числе, конечно же, искреннее восхищение, вызывающее наши женщины депутатского корпуса, потому что на ваших плечах особая ответственность при работе над законопроектом, принятие. И если мы говорим сегодня о каких-то достижениях в нашей палате, в том числе в законотворческой деятельности, особенно говорим, когда речь идет о качестве законопроектов, то, наверное, главный и один из весомых аргументов – это то, что четверть палаты состоит из прекрасных наших девушек. Женщин. Этот был праздник связан был борьбой за женщин, за свои права. И я просто думаю, что за это время этот праздник трансформировался. Я от души желаю вот своей маме, ей 88 лет, долгих лет жизни, чтобы моя мама и другие женщины, пожилые женщины, говорится, имели, говорится, вот прекрасное здоровье и воспитывали наших детей и внуков, и чтобы мы всегда были рядом, и всегда они были красивыми, и чтобы они всегда были счастливыми. Всегда, конечно, подарок для женщин, это считается, но я думаю, это самое приятное, когда мужчина дарит даже цветы или просто улыбку или внимание. Но у нас в парламенте это ежегодно принято, поздравлять коллективно наших женщин, наших, каждого комитета. Если уже брать материальную часть, то очень такие хорошие подарки, как вот, допустим, брать как сертификат любого там супермаркета, особенно французский дом, это, я думаю, самый такой удачный подарок. Прежде всего, женственность, доброту и, конечно, ну, мне нравятся, конечно, и женщины, которые умеют защищать свою точку зрения, умеют выражать свою точку зрения, которые, в общем-то, артикулируют свою позицию. Мне нравятся такие открытые женщины с позицией. Мне сразу вспоминается школа, вот, первая любовь, и когда я ради того, чтобы поздравить свою девушку, мне пришлось из поселка ехать в город Кукшетау, приобрести там тюльпаны и вечерним поездом вернуться назад и вручить ей утром. Вот такой момент я помню, и он всегда останется у меня в памяти.